Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем грузовик Кунг. В наборе у нас две резинки, наждачка, клей, две оси разного размера и инструкция. А также в комплекте имеется вспомогательный инструмент, благодаря которому удобно доставать маленькие и тонкие детальки из плашки. А чтобы все у нас сложилось, соблюдаем порядок сборки, указанный в инструкции цифрами в кружочках. Обращаем внимание на отличие деталей и не путаем их местами. Будьте внимательны с пронумерованными деталями. Начинаем собирать кабину. Детали ручки склеиваем только между собой. Клей не должен попасть на дверь. Обращаем внимание на расположение рисунка.
приступаем к колесам. Маленькие детальки для передних колес, а длинные для задних. Используем одну из осей для ровной склейки колес. Второе колесо клеим по аналогии. Оси приклеиваем только к колесам. Второе заднее колесо клеим точно так же. Переходим к подвеске. Здесь нам пригодится вспомогательный инструмент.
правое крыло клеим по аналогии, но в зеркальном виде. Начинаем собирать кунг. На спинках сидений, которые должны быть в кунге, есть специальные отметки. У запасного колеса два отверстия. Остальные ящики склеиваем по аналогии. Эти линии обозначают место расположения сидений.
У дверей клеится сторона, где круг побольше. Остальные клеим по аналогии. Используем детальку для ровной склейки. Thank you.
Ну вот и все. У собранной модели вращаются колеса, открываются дверцы кабины, капот, подвеска с амортизацией, а также у Кунга открываются дверцы, ящики и люки. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. А чтобы не пропустить новые видео, включайте колокольчик. Пока-пока!